Survival Drift King – это не просто гонки, это свирепый дрифт в режиме выживания. Здесь каждый найдет для себя идеальную тачку, игровой режим и единомышленников. Тюнинг авто безграничен, а приятные мелочи, такие как лайв-чат, помогут весело и безбашенно провести время с друзьями. Это гоночная ММО, требующая максимальной концентрации и сдержанности в ходе заездов. Автопарк также неплох и включает в себя множество автомобилей от американских, японских и немецких гигантов автопрома. Кроме обширного автопарка, в игре представлена и гибкая система настройки автомобилей, позволяющая менять внешний вид своих железных коней. А это диски, обвесы, неоновая подсветка и многое другое, а также ковыряться у них под капотом, форсируя двигатель, увеличивая силу тормозов, снижая вес подвески и так далее. К слову, по гаражу можно вальяжно прогуляться с видом от первого лица. Трасс в игре всего 6 штук. Скромно, но зато каждый трек позволяет в полной мере почувствовать себя в роли профессионального гонщика, лавируя между оппонентами и выделывая трюки, от которых визжат и дымятся покрышки. Физическая модель временами дает сбой, заставляя авто входить в неуправляемое вращение чуть ли не на ровном месте. Но в основном, каждая машина ведет себя на трассе достаточно уверенно. У вас вряд ли сложится впечатление, что вы управляете бревном на колесах. Что же касается режимов, то их могло быть и больше. Хотя, с другой стороны, все они по-своему интересны. Итак, есть режим, в котором прочность автомобиля постоянно снижается. И остановить этот процесс может только постоянное пребывание в контролируемом заносе, то бишь дрифте. Или обычные гонки на выживание, где нужно не только пытаться показать лучший результат, но и разбить к чертям всех противников вместе с их корытами. Для менее агрессивных гонщиков есть также режим свободного вождения, позволяющий ставить персональные рекорды на предоставленных трассах. Помимо всего этого, в игре просто офигительная музыка, которая реально качает. Но что радует, это то, что она не встроена, а просто идет отдельным плеером. Так что в случае чего вы сможете включить и свою музыку. Итак, чем же хочется подытожить? А это тем, что в игре реальная классная графика, физика хоть и аркадная, но из этого можно выделить плюсом то, что это держит динамику на должном уровне. Также круто, что можно апгрейдить и тюнить машины, все очень здорово. Мне понравилось, пойду дальше дрифтить. На данный момент мне удалось набрать вот такое количество очков дрифта. Если вы наберете больше, выкладывайте скрин в комменты и будем соревноваться, кто круче. Ссылку на игру вы сможете найти в описании под видео. Ну а на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал и до скорого!